Нам поступило письмо от руководителя фракции КПРФ в Московской городской думе Зубрилина Николая Григорьевича о том, что фракция поручает представлять поправки членам фракции. Поправка номер 9. Зубрилин Николай Григорьевич, пожалуйста. У вас одна минута. Уважаемые товарищи, предлагаемая поправка усилит социальную защиту населения, особенно пожилых людей, пенсионеров, относящихся к категории «дети войны», которых сегодня в Москве 84 тысячи, но мы предлагаем эту категорию расширить до 730 тысяч и всем выплачивать стабильные пособия ровно 2000 рублей. Это почти на 500 больше, чем существует сейчас. Также мы предлагаем дополнить финансирование строительства представления социального жилья очередникам города Москвы в объеме 20 миллиардов рублей. Поэтому я считаю, что эти правки просто необходимо принять. Это социальная защита населения, это забота депутатского корпуса о своих избирателях, и это поможет городу Москве решить те проблемы, которые не решаются годами. У нас небольшая даже по московским мерам пенсия, и очередники не должны и не обязаны стоять по 30 лет в очереди в ожидании предоставления им квартир. Прошу поддержать. Спасибо, мнение редактора. Спасибо, мнение редактора. Елена Юрьевна, вас не слышно. Микрофон, Елена Юрьевна. У меня включен микрофон. Да, пожалуйста, сейчас слышно. Слышно. Поправки не поддерживаются, обоснование представлено в заключении редактора. Спасибо. Уважаемые коллеги, на голосование ставится поправка номер 9 фракции КПРФ Московской городской думы. Электронной группе прошу приготовиться к голосованию. Очень плохо, внимание, что поправки КПРФ не поддержаны в очередной раз.